Всем привет рыболовым подписчикам. Усовершенствуем раколовку китайскую, проверяем ее. Сделали поплавок на конце, такой скользящий поплавок. Вот он у нас висит. Но поплавок немножечко притапливается. Сейчас проверим, что там есть внутри. Вытаскиваем роколовка зонтик. Заряжена у нас на печенку. Вот она идет. О, вот это вот улов. Печень на месте у нас. А весь улов, вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять зверей. Раки. Такие мирные. Вон они дерманили у нас куриную печенку. Сейчас мы их извлечем по одному. Один, два, три, четыре. Задом передвигается. Пять, шесть, семь, восемь, девять. И последний, самый отчаянный зверь, не хочет печень отпускать. Десятый рак. Мерный рак вполне пойдет. Хорошая раколовка. Вон они у нас. Это все сделано было за 30 минут. То есть она стояла 30 минут. Печенка на месте. Сейчас мы ее поставим. Поплавок скользящий. То есть вот так вот он продет. И он всплывает. После того, как она встанет на глубину. По дерганию можно определить, есть там что-нибудь или нет. Вот такая вот интересная роколовка на 7 входов. Цена ее $7 примерно у нас. Китайская роколовка. Входа нужно все. То есть они попадают и оттуда уже не выходят. Всем удачи. Раки у нас дорого стоят сейчас. Спасибо за внимание.